пол мира почти через злые бои прошагал и прополз батальоном. Обратно меня за заслуги мои санитарным везли эшелоном. Подвезли на родимый порог, а на полуторке к самому дому. Я стоял и дымел, а над крышей дымок поднимался совсем по-другому. Огна словно боялись в глаза мне взглянуть, и хозяйка не рада солдату, не припала в слезах на могучую грудь, а руками сплеснула и в хату. И залаяли псы на цепях, я шагнул в полутемные сени. За чужое, за что-то запнулся в синях, дверь манул, подгасились колени. Там сидел за столом, да на месте моем неприветливый новый хозяин. И фуфайка наем, и хозяйка при нем, потому я и псами облаян. Это значит, пока под огнем я спешил, ни минуты не весел, он все вещи в дому переставил мое и по-своему все перевесил. Приходили под Богом войны, артиллерия нас накрывала, но смертельная рана сошла со спины и изменою в сердце застряла. Я себя в поясницу согнул, силу воли подмял на подмогу. Извините, товарищи, что завернул в ошибке к другому порогу. Дескать, мир да любовь вам, да хлеба на стол, чтоб согласие по дому ходило. Но он даже тюхом в ответ не повел, будто так и положено было. Зашатался некрашенный пол, я не хлопнул дверьми, как когда-то, только окна вздохнули, когда я ушел, и вплюнули мне след виновата. Да-да-да-да-дам, да-дам, 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 да-дам.